Нравятся мягкие, хорошие, удобно. Участники школьной волейбольной команды оценили новое приобретение. Теперь за мячом не придется вставать в очередь. Детско-юношеская спортивная школа в Пошехоне существует с 2009 года. За это время ее воспитанники не раз становились победителями региональных соревнований. А вот инвентарь с момента открытия этого зала не обновлялся. Когда-то было худо на группу 1-2 мячика. У нас 5 групп футбольных, 5 групп волейбольных, но в основном девушки, одна мужская. 3 группы стоят по аэробике, 2 группы шахмат. То есть понемножку многими видами занимаются, но в основном игровыми. Теперь проблему удалось решить. По поручению главы региона спортшколе приобрели новый инвентарь. Дмитрий Миронов посетил Пошехонскую школу еще в январе в рамках рабочей поездки в район. Тогда же ему озвучили существующую проблему. По спорту для проведения мероприятий и для покупки своего инвентаря выделяем ежегодно примерно 1 000 000 рублей. Мы ремонтируем зал. Вот мы стоим сейчас с вами в обновленном зале, который вот на учебный год мы сдали. Новые окна, новые полы, новые раздевалки. Значит, что-то, видно, не хватает наших средств. Сегодня техническая база спортшколы пополнилась всем необходимым. Закупили даже степ-площадки. Раньше их брали в аренду. У нас старые были не наши, а эдельвейсы. Нам постоянно их давали только за неделю до соревнований. И нам трудно было привыкать к ним, потому что они много весили, килограмм. Новые степ-площадки спортсмены опробуют во время первой же тренировки по аэробике. Юлия Михайлычева, Денис Ромашов. День в событиях.